краткое содержание предыдущей серии. Очень кратенько. Кто смотрел прошлое видео, помнит, что нас друзья проводили во свояси, точнее в Хорватию. Было очень радостно за нас, даже нам. Проводить-то проводили, но на душе было тревожно. Выпустят ли нас из страны и пропустят ли в другую? Потому что еще предстоит добраться из Сербии в Хорватию. Везде разные ограничения, связанные с распространением коронавируса. Помимо всего прочего, между Сербией и Хорватией не было восстановлено сообщение. Был вариант с Блаблакаром, но мы так и не смогли найти нужного предложения. Ничего не понятно с этими деньгами, все запутались, деньги большие, вроде бы бумажные, очень много почему-то, кажется, сотнями, что... да, мы что-то даем, нам возвращают обратно, непонятно. Никола Тесла, да? Ай, деньги валятся, дела поправятся. Давай так. Значит, вот такая. Угу. Вот Тесла. Такая. Вот Чехов какой-то. Ну, что мы говоришь? Такая. О, так. И такая. Так. Ага. Все. Все. Здесь номерок. Вот такой номерок простенький. Сразу двери кровать. Двери, кровать, да, ничего больше не надо, тумбочки еще, да, ну телевизор, видимо, с какими-то каналами, а также есть туалет, ну как же без туалета, вот такого, ой, желтенького цвета, бойлер. В принципе, все вполне. Да. Почти ну, даже смотри, что дали. Это мыло, да? Шампунь. Шампунь. Круто. Маленький такой. Красивые. Да, очень красивые такие полотенца. И есть еще кондиционер. А также что-то такое. Калина Румс. Белград. Это что-то Natural Cleaning Wipe. Что-то клининговое. И мятный чай. Ой, со стаканчиками. А что, чайники есть где-то? Есть, кому надо. О. Доброе сербское утро. Мы провели эту ночь в Белграде. Сегодня льет дождь. Такой очень неприятный. Сейчас иду на автовокзал покупать билеты. К сожалению, ни до Задара, ни до Риеки билетов нет. Только есть до какого-то городка Осик, который за границей Сербии, уже на хорватской стороне. Других автобусных путей мы не нашли. Блаблакара тоже не было. Был, конечно, но по одному человеку, а нас двое. Разделять группу не хотелось. Короче, стал счастливым обладателем вот таких билетов и вот двух жетонов. Это не монетки, это жетончики, которые нужно опустить при входе на посадку. Там будут такие терминалы, как у нас в метро раньше принимали. Проходим на посадку и идем уже к автобусу. Сейчас возвращаюсь за нашими вещами, за Татьяной. Дождь уже почти прошел. Нет,
начался снова. Кафешки здесь работают. Купил кофе. Спокойно можно посидеть, попить кофе с круассанчиком. Маскарад здесь закончился. Или, скорее всего, здесь его де-факто и не было особо. Даже полицейские стоят без масок. В самолете Аэрофлота нас предупредили, что нужно носить маски и перчатки. Ну, я ношу их, конечно, я ни в коем случае не хочу нарушать какие-то правила. У меня они всегда в кармане. Следующий этап у нас — это Хорватия. Выехали из Белграда. Из Белграда. Из Белграда в ближайший город Хорватии. Осек. Успеваем на рейс прямой. Две пересадки. Придется делать. Ночевку. Плюс ночевка, да. Как бы если автобус выезжал чуть-чуть пораньше, хотя бы с 8 часов, то было бы вообще идеально. Ну, наверное, это все будет, когда настроятся рейсы и будут ходить в обычным графиком, ну, да, и расписанием. Это будет ориентировочно, нам сказали, с 1 числа. 1 июля. С 1 июля, да, 2020. А пока перекладными. А пока, да, вот таким образом. Как уж получается. Ну, хорошо, что вообще получается. Ну, это точно. Сели на следующий автобус. Это куда мы едем? Загреб. Загреб. Осиек? Осик. Осик. Загреб. Из Осика в Загреб. Из Осика. Следующий. Автобусов очень мало ходит. Да, проблемы. Только на вечерний автобус. Хорошо. Ночевать будем в Загребе. Хорошо, что в Осике не остались. Следующий этап из Загреба приехал. Да, следующий автобус. И останется один последний, последний, маленький, маленький. Шажочек.
сказали, что надо снимать. Мы тоже блогеры, мы решили. Можно ли? Да, мы те еще блогеры. Привет, привет, приездом, приездом. Супер! Чтобы у вас всегда водилась еда. А желательно, так, да. Насколько... Саша, мы можем, да, тоже небольшой? Конечно. Да, конечно. Чтобы да. Мы там это... Блогеры. С двух ракурсов. GoPro, снимай видео. Ух ты! Вот. Ну, значит, вот мы вам дарим этот пирог. Вот, чтобы это как символ семейного уюта, благополучия, чтобы у вас было сыто всегда, чтобы у вас денежки было, на что еду купить. Ну а так как мы понимаем, что вы начинающие экс-мены, у вас же нет мега-опыта. Будет в самую тему, ребята, поверьте. Когда человек первый раз выходит в море, вот это самое необходимое. Поэтому вот, держите и пользуйтесь. Спасибо большое. Давай вместе пирог, держать. Пирог и бумага, они, если честно. Хороший подарок, подарок. Спасибо, надо откусить. Да? Сейчас откусим. Сейчас. Ну что, приглашайте. Ну, welcome aboard. Сейчас мы вступим на порог. О, клево, вообще, первые гости – это мужчины. Мужчины, первые гости – это к добру. И представьте, в первый день. А я вообще добрый, это по точно. Сути, поэтому добро – это со мной. Слушай, даже вот не веришь? Вот это добро, там, яхту идет. Меня заберите, я боюсь высоты. Поэтому мы купили низкую лодку. А можно здесь вот, да. Далеко, далеко доставать.